Здравствуйте. И начинаем с оперативной новости. С самого утра Россия нанесла удар по одному из районов столицы. Снаряд попал в жилые дома, где не было абсолютно никакой военной инфраструктуры. Из-под завалов уже достали 6-летнюю девочку. Ее отвезли в больницу. Сейчас на месте работают медики и спасатели, которые продолжают поисково-спасательные работы. По информации от главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, российская ракета также попала в детский садик, который находится неподалеку. Они, россияне, продолжают воевать с мирными людьми, нарушая все правила войны. У них нет чести, совести и смелости. Необходимо как можно скорее признать Россию страной-спонсором терроризма. С самого утра, Олег, ты был на месте события, ты все наблюдал, ты видел работу спасателей. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что видел. Как раз я не буду из, понятное дело, информационной безопасности говорить, куда именно попала ракета, но стоит отметить, как сказал мэр Киева Виталий Кличко, нам с ним удалось пообщаться, его комментарий мы покажем немного позже. Это уже второй прилет ракет. Дело в том, что россияне пользуются картами, еще которые были нарисованы в Советском Союзе. Сейчас же география Киева полностью практически изменилась, и они продолжают бить и бить и бить по жилым кварталам. Также по информации и советника министра внутренних дел Антона Геращенко, и по информации полиции, которая была там, мне удалось с ними пообщаться, они сказали, что также попали ракетами и в детский садик, в детскую площадку. И был момент, когда спасатели вытаскивали 36-летнюю женщину из-под завалов. И, честно говоря, сидя тут в студии, очень тяжело описать увиденное. Поэтому давайте посмотрим короткий материал, который мне удалось записать как раз в то время, когда вытаскивали из-под завалов эту женщину. Внимание на экран. Признаюсь честно, сейчас очень волнительный момент. Вот именно под этими завалами, которые вы сейчас видите, сейчас там работают спасатели, и именно под этими завалами находится 36-летняя женщина, которую придавило плитами. Она уже там находится более 3 часов, и спасатели делают все возможное, чтобы ее как можно быстрее вытащить оттуда и, конечно же, предоставить медицинскую помощь. Мы находимся тут и оперативно следим за тем, как проходит процесс спасения людей, которые остались под завалами в результате попадания российской ракеты. Ну и также на месте сразу же приехал и глава города Киева, мэр Виталий Кличко. Удалось с ним также пообщаться. Он коротко озвучил то, что 5 человек получили ранения в результате попадания ракеты. Но опять же, и мэр на этом акцентирует внимание, что количество пострадавших людей сейчас посчитать невозможно в силу того, что именно в эти секунды спасатели делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. Давайте услышим мэра Киева Виталия Кличко, что он сказал по этому поводу. В месте Киеве сруйновано. В городе Киеве разрушены больше 300 домов. 220 из них жилые дома, где живут гражданские. Гарантировать кому-то на территории нашего города или на территории Украины безопасность, к сожалению, в условиях войны мы не можем. Наши военные делают все возможное, чтобы остановить врага, защитить нас от атак. Но, тем не менее, риск для каждого человека остается. С самого утра на месте события. Вместе с тобой, Олег, работала наша коллега Валерия Никипелова. Она осталась дальше. Ты приехал на эфир, да, чтобы освещать все события. Лера сейчас будет к нам тоже включаться в прямой эфир и расскажет, что сейчас там происходит. Валерия Никипелова, здравствуй, Лера, рассказывай подробности. Да, действительно, под звуки мощных взрывов и в кублах пепла и дыма проснулись сегодня киевляне. И все это из-за прилетов российских ракет по украинской столице. За моей спиной вы можете видеть жилой дом. Все с 7-го по 9 этаж этого дома разрушено. Кроме того, здесь было масштабное возгорание площадью около 300 квадратных метров. Прямо сейчас на месте работают десятки единиц техники и сотни людей личного состава. Это как медики, так и полицейские, и, конечно же, специалисты госслужбы по чрезвычайным ситуациям, спасатели. И они делают все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней. Давайте послушаем, что говорят спасатели. Ситуация контролируемая в этих условиях, в которых это возможно. Оперативно реагируем, делаем максимально, что можем и даже что не можем. Дай бог нам со всем этим разобраться. Смерть одного жителя...
Смерть одного жителя этого дома уже, к сожалению, подтвердилась. Погиб отец 7-летней девочки, которая сейчас находится в детской больнице «Ахмадет». А ее мать была доставлена также в одну из киевских больниц, и благодаря спасателям удалось узнать, что мать этой 7-летней девочки на самом деле гражданка Российской Федерации. Таким образом, российские войска в украинской столице убивают не только украинских граждан, но и своих граждан, россиян. Студия. Лера, еще очень хочется, чтобы ты показала наочно. Понимаю, что некоторые кадры нельзя показывать в силу информационной безопасности, но по возможности попроси оператора, пожалуйста, и проведи такой небольшой экскурс. Покажи разрушение, покажи, как сейчас работает техника. Возможно, уже можно зафиксировать, как вытягивают из-под завалов людей, которые выжили, которые пострадали. Пожалуйста. Мы сейчас с тобой пройдем и покажем немножко разрушения, которые мы сейчас можем видеть. Разрушены, как я уже говорила, все с 7 по 9 этаж. Кроме того, в доме не осталось ни одного целого окна и ни единственной целой двери. Конкретно в данный момент мы не видим, как опускают пострадавших и как опускают осколки этого дома. Но буквально около 5 минут назад пускали жертв с помощью специальной техники. Это делали спасатели. Если мы повернемся немножко дальше, мы можем видеть две машины, которые просто в этот момент увозят пострадавших. За ними находятся кареты скорой помощи. Около 5 минут назад вот той самой женщине, которая оказалась гражданкой Российской Федерации, там предоставляли первую медицинскую помощь. Поэтому ситуация остается острой. Сколько людей еще под завалами, точно сказать пока не удается. Лера, спасибо тебе огромное за то, что держишь нас в курсе. Береги себя, пожалуйста, и о последних новостях нам сообщай. Я напомню, что периодически стрим, прямое включение с места попадания российской ракеты по жилому, подчеркну, дому и по детскому садику, мы будем показывать в эфире информационного марафона Freedom. Мы же, Валерия Никипеловой, наши корреспондентки, говорим огромное спасибо. И давайте продолжим далее держать вас в курсе всех событий, которые касаются как Украины, так и всего мира в целом. Так, собственно говоря, Россия спасает, да, спасает и граждан Российской Федерации, да, и украинцев, и традиционно военные объекты. В очередной раз будем повторять, вот они вам наочно, вы видите, военные сейчас, объекты в кавычках. Они же спасают русскоязычных людей, россиян. Но как сейчас Российская Федерация, как в Кремле, в Министерстве обороны Российской Федерации будут оправдываться тем, что они по факту стреляют и ракетами бьют по жителям Киева, где живут и граждане Российской Федерации. Были уже, кстати, заявления от России, говорили, что это был военный объект. Ну как здесь? Вот вам картинка, пожалуйста. Но ты был на месте события, да. Наша корреспондентка вам предоставляет видео с места события. А вот я сейчас, давайте попросим как раз режиссеров показать более наочно на весь экран кадры с места события. У нас очень много наснято кадров, которые в очередной раз доказывают, что это удар по жилому дому. Более того, в подтверждение этому на месте... Давайте сейчас покажем, если есть возможность такая. Давайте покажем этот военный объект. Да, вот этот, как называет Российская Федерация, военный объект. Эти кадры делают, и этот дом снимают очень много международных журналистов. Я хочу, Аня, тебе сказать, что на месте, когда я приехал, я был удивлен, что иностранных журналистов было так же много, как и украинских журналистов. И они это все снимали, и более того, также они были свидетелями того, что никакого военного объекта нет. Это обычный жилой комплекс. И вот мы видим, какие последствия сейчас в результате этого ракетного удара. Ну и, к слову говоря, также, как сказала Валерия Никипелова, наша корреспондентка, что сейчас делают все возможное спасатели, чтобы вытащить людей из-под завалов. Пока что подтверждено более 5 человек пострадавших. Один человек, предварительно это мужчина, погиб в результате ракетного удара. И 36-летняя женщина, которую уже вытащили из-под завалов, это по оперативным новостям, она сейчас уже в больнице, и она оказалась гражданкой Российской Федерации.